Что это за... Что, кто тебя учил так здороваться с людьми? Ну, здрасте. Ты, ну, подожди, чё? Я... Здрасте, ну, привет. Ну. Вечер в хату, пацаны. Уже. Вечер в хату, пацаны. Утро скоро, доброе. Воскресенье, утречка. Добро. Да. У нас, если что, драфт начался. Драфт начался? О, смотри, квапу не отдались, чё бы вдруг. У нас, кстати, 1-0 Virtus.pro выигрывает. Салат. Не, ну нельзя выигрывать 1-0 в салат. Не, выиграли первую карту в салат. Если было best of 1, то можно выиграть 1-0 в салат. Ну, ладно, просто ведут в счете, окей. В серии. И Винтер Виверна. Вот так вот начинает распик своего G-Dota. Витя Виверна. Витя Виверна. Витя Виверна. Витян Виверян. А я не удивлюсь, если играть. Где-то есть чувак, у которого погонял Виверна из-за того, что его зовут Витя. Вот по-любому есть. Где-то по-любому есть из этих там сотен тысяч... Витянов? Ну, это где-то еще года 2000-го рождения, наверное. Ну, наверное, да. Да, где-то в школе еще. Ну, так вы, кстати, подумайте, если у вас есть хороший друг Витя, вы можете... Не, обязательно хороший. Почему хороший сразу? Да, он может быть плохой друг. Может, вообще вам не друг. Например, как наш друг Витя. У нас есть друг Витя. У нас есть друг Витя, ух и падло. У тебя нету друга Витя. Блин. Не, у меня есть друг Витя. Есть друг Витя? Наверное. И как он тебе? Я не помню, когда я давно последний раз увидел. Хороший друг. Хороший. Слардар возвращается. Внезапно человека не было ни в бане, ни в пике 3 дня. И тут вот опа, привет. Не, ну видишь, решили сразу сделать упор именно на вот эту концепцию с лютым минус армором. Возможно, мы увидим действительно там визаджей. ВРочку. ВРочек, еще кого-то. Темпларочек. ВРка, она вроде уже не очень хороша, потому что виверна есть. Ну, Тупларка, например, по этому параметру тоже Винтерверна неплоха. Точнее, хороша. Ну, да. Тупларка плоха. Тупларка, да, Тупларка. Нет, просто Тупларка, она там не страдает от переключения цели. А вот Виндрейнджер, она очень сильно страдает. Это да. Ну, вообще, теперь Оджи нужно подумать. Это на самом деле я смеюсь, потому что кто-то проходит, и каждый роняет бутылочку, которая стоит на край... этих ступенек. Каждый ее поднимает назад, кто идет и следующий, опять ее роняет, и он ставит ее назад. Все правильно. Ну кто-то ж поставил. История одной бутылочки. Ну чья-то типа, да? А, про телефон полная хрень. Топовая история, у меня сперли кроссовки. У меня сперли кроссовки. На полном серьезе. Я до сих пор не знаю, где они находятся. Ну все, нет теперь кроссовок. Я их подавал в розыск, но... Бедолага. Интерпол сказал, что они не знают местоположение. Когда поедешь за айфоном, купи кроссовки. Там не продают кроссовки в этом магазине. Сходи рядом. Он не понял прикола, он был слишком сложный интерстам. Я все понимаю. Ром, дай позвонить. Могу, изи. Или сходить на улицу, да? Не, у меня есть старая Lumia, но хочу новую. Тускар. Тускар. Это не рандомное слово, это пик OG. Да нет. Это как синдром Туретта вот это, да? Рандомные ругательные слова выкрикивает. Ну, да. Блин, кстати, а можно купить справку с синдромом Туретта? Чтобы можно было ругаться на всех подряд? Я могу оправдывать свои некоторые поступки, как минимум. Но негативный оттенок останется. Чем вы меня будете всегда держать, потому что вы будете считаться благотворительной организацией, которая помогает больным. Мы и так себя считаем таковой организацией. Ты думаешь, это зарплаты? Нет. Это благотворительность, между прочим. Ну и ладно. Не особо-то и обидно было. Так, что у нас там? Фантомлайсера убрали, Дазл тоже убрали. Ну и по-прежнему, да, остаются все вот эти темпларки разнообразные. Можно суппортов пока начать? Ну пока да, пока суппортов, естественно. Vengeful Spirit? Не, в принципе, норм. В принципе, неплохо, да. Можно что-нибудь с нюками. Vengeful Spirit с нюком? Одним. А с можно одним. С двумя? Раста. Не, ну у него один нюк. Конечно, Бейн. Угрмак. Там есть Интерверна, просто берешь Бейн. Ну, кстати, да, Бейна пока еще нет. Я в статистику посмотрел, потому что вот вторая стадия драфта всегда у команд начинается с пика Бейна. Вот просто последних матчей 5 точно. Ну да, потому что в основном на первых там 2 героя забирают совсем Disruptor. Полезные персонажи. Остаются... Ага. Нюки. Нюки. Где там нюки? В смысле, Thunderstrike Ultimate? Thunderstorm. Это... Би, 50. Би. Нормально там разваливает. Много раз по 50, так что... Не, ну, под нюками я обычно подразумеваю что-то, что много урона самое сразу главное. Наносит. Самое главное, вот тебе сразу Лину подавай с Леоном. Не нюк. Глимпс.
Ну, дэмэдж он, конечно, не наносит, но он может сподвигнуть на то, ну, чтобы человек дэмэдж это получил. Он может, 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 безусловно. Там, да, типа Лина Леон, вот это нюкеры. Вот это я понимаю. Особенно Лина. Там бах, бш, Лишак. Лишак, да, тоже норм. Хускар. Тоже нюкер. Так, сколько огненных стрел выпускает за одну секунду? Ну нет, так не то. Ты горишь без перерыва. Да, Клинкс тоже, по-твоему, нюкер? Да. Хорошо. Спроси у любого нюкера, кого он боится. Хорошо. Он тебе ответит одно, Клинкса. Так это антинюкер. Это просто самый сильнейший из нюкеров вообще-то. Ну да, у нас тут Вич-доктор нарисовался. Интересный, кстати, тоже пик. Тут очень много физ-дэмэджа вырисовывается у Virtus.pro. У них есть Смардар, который Amplify вешает, Гира. Я бы сказал, что у них отличная концентрация и физ, и маг урона. Ну пока да, баланс очень хороший. Баланс действительно уверенный. Но поглядим, кем они закончат этот пик. Мипо! Да не, ну какой мипо? Плохой мипо. Плохой мипо? Да, тот самый, мипо? Тот самый bad мипо. Там подсказывают, что будет Dragon Knight. Last pick. Мы, да, думаем... он ничего не понимает. Last pick emoji. Гоша, ты не прав. Как обычно. Но вот же надо придумать что-то. У них проблемы опять. Против ВП играют. У нас что-то Влад приуныл, по-моему. Завис. Мне не интересно. Комментил, комментил и приуныл. Он мне просто не интересен. Ты мне телефон ищешь? Да. Блин, скажи ему, что он где-то очень далеко. Долларов за 300 отсюда. А когда он приедет и посмотрит, скажет, что, ну, извини, мне разобрали. Кажется, ты можешь поехать в последний день, там, в 6 утра в Лос-Анджелес, там точно в магазинах должно быть. И потом да. В аэропорт добраться на автобусе. Да. Или просто в Киев. Мне человек понятным языком сказал, в Америке их нет. Точка. Тут до Мексики рукой подать. Вот-вот. Кстати, да, это более подходящий вариант. Тихуану заехать. Главное оттуда с телефона выехать. Первый паб заходишь. Заходишь в первый паб, там обезьяна трахает осла. А вы не подскажете, тут телефон купить можно? Это же Тихуана. И тут же оказываешься на месте осла. И это же обезьяна говорит, братан, тебе новую Люми, что ли? Тихуана. Осел тоже искал. Видимо. Нашел обезьяну и решил, что он был настырный. У нас инвокер нарисовался. Инвокер от LG для Миракла. Так, ну и что там у нас? А, последние баны у нас остались. Нам говорят, что 100% Dragon Knight. 100% Dragon Knight. Ну вы, работяги, готовьте хэштег. Жора не прав. Жора не прав. Да, ребят, уже наготове большими буквами такими. Жора не прав. Ctrl-C, закрепили и поехало. И поехали. И пишем какую-то гадость, как только не будет взят Dragon Knight. В смысле, если его зовут? Ты, мы об этом не говорили. Значит, сказал, будет пятым пиком Dragon Knight. Жора уже не прав. Назад даешь. Отмазки вот эти. Ну что ж ты фраер сдал назад? На попятную пошел. Жора, жора. Мне нравится, люди ходят по дому, в одной руке пиво, во второй мороженое, и нормально. Блин, я хочу мороженое. Я хочу. А его все съели? Я уже сегодня наелся мороженого. Я тоже наелся. А я не ел мороженое. Так тебе и надо. И пиво ты тоже не пил, наверное. Пишут, что, что тут пить. Дети. Просто так. Где дети? Ну, в чате у нас дети. И обезьян и трахает осла. На самом деле, ты зря это действительно озвучил, потому что вот со слом действительно было перебор. С обезьяной нормально было, с обезьяной нормально, со слом уже плохо. Вот осел, да, это... Ну, представь... Не, я приношу... Глубочайшие. Я приношу глубочайшие извинения комьюнити защитников ослов. Да, да, кстати... По поводу, да, я согласен, действительно, тут со слом я переборщил. Ну, детские мультики, Винни-Пух, ИА. Представьте, люди по-другому будут на ребенок смотрит на ИА и думает, и вот его трахала обезьяна. Ну, это не дела. Ну, его, кстати, не круто. У него хвоста нет. Под хвост нельзя ему дать. Согласен, пожалуй. Я как можно дать под хвост тому, у кого нет хвоста? Так же, как и на... Ноутейлу тоже нельзя, у него нет хвоста. Ноутейл, все просто. Он себя защитил. Нави тоже нельзя дать, потому что у Нави нет хвоста. А империи, можно. Обезьяна, манки бизнес могут. И на дримхаке надавали. Вот оно объяснение всему. Там не было хвоста, но они готовились.
Ну что, Жора, чувствуешь, как у тебя нервишки уже играют? Да, все. Мандражируешь? А? Я бы сделал ставку на Вайпера. О, Жора был неправ. Сказал. Жора неправ. Просто неправ. Жора, как ты мог? Жора, как ты мог? Прикинь, причем Жора был неправ и есть неправ. Как там в этой песне говорит, давайте сломаем Жоре палец. Двое держали, Готхант ломал. Палец рухнул, Жора в обморок упал. Да? Last pick. Команды OG. Герой для Ноутейла. Фантом Лансер в бане. Хускар в бане. Мипер не в бане. Мипер не в бане. И Virtus.pro как бы намекают. Братан, бери. Бери. Ну ты можешь, братан. Это... Рейс Кинг. Против Вайпера. Да, против Вайпера очень сомнительно. Сомнительно. Рискованно, я бы даже сказал. Видели мы уже Рейс Кинга, который еле-еле пытаются доползти до какого-то одного из героев противника, чтобы нанести удар. И там даже не было Вайпера. Да. Кстати, Вайпер смотрится очень хорошо. Ну вот смотреть прям на него и очень... Красиво выглядит, да? Красавчик. Четкий. Нет, Вайпер... Вайпер действительно хороший герой. Год умеет на нем бить крипов. 1200 убил дед недавно, я слышал. Слардар для Фобоса, Гира для Сайлента. Сайлент на Герокоптере сыграл больше всех игр в истории Доты. Это знают все. Лил сыграет на Дизрапторе. Безошибочный Лил на Дизрапторе, кстати, ошибаться легко. Это, наверное, герой, который самый... Там даже можно сделать все хорошо, и это может оказаться ошибкой. Ну, Флай тому подтверждение, да. Флай много ошибался. Кримсануть шестислотового назад. Кстати, да, я хотел сказать обезьяна, про обезьяну. Вот она, обезьяна в пике. Заварили про Тихуану, и тут же обезьяна, ну, все нормально, там осликов нет. Это подожди, мы еще курьера не видели. Вот не надо. Осел может быть там вполне. Интересный вард, кстати говоря, был поставлен. Have fun, да, на low ground был поставлен вард. И если тыкнуть дефолтный сентри, который тыкается вот так вот чуть-чуть ближе, то его обычно он не видит. Именно, именно на это был расчет, конечно, тут есть определенный минус, потому что ты не видишь свою часть хайграунда, и поэтому, ну, у тебя меньше инфы. Но, с другой стороны, если у тебя план в контроле руны или там выходе этого оффлейнера на руну, то, по сути, он состоится, этот план. Да, он поможет. Да, ну и что там у нас? У нас планируют выбивать верхнюю руну. Но G... непонятно, куда собираются. Скорее они всего, будут, на нижнюю. Да, другую руну забирать спокойно. Рейскинг даже не претендует на то, чтобы помешать противнику, и правильно делает. Слардар на саммите 4 выиграл 5 из 7 игр. Проиграл. Я не вижу. Я вижу, только играл. Но он проиграл ведь. Проиграл, ты как пригорел, только проиграл. Только играл, проиграл. Играл и проиграл. Блин, я хотел вообще-то поднять настрой, мотивацию и так далее. Я себе сказал, что Слардар чаще проигрывает. Кто? Ну, мы бы расстроились. Нет. Может быть. Может. Ведь мы прочитали, мы все равно расстроились. Так вот вы не верите на слово, все время проверяете. Так, тут в средней комнате слишком громко орут какие-то пьяные женщины. Почему ты решил, что там не пьяные женщины вообще всегда орут? А, там Шивер, ну окей, ей можно. Шивер пусть кричит. У нее работа такая. Да. Запрятался здесь Мунминдер. Мунминдер, которого мы на Думе сегодня видели дважды на прошлом матче, что против команды Электронный Дом. Так, и... А погоди, а что произошло? Почему там крипчика не оказалось? Ну, он сам вышел себе за блочку? Наверное, проблемы у Фобоса, и это первая кровь в исполнении команды уже. Очень быстрый. Да, мы не слышим звуки игры, но в принципе это не столь важно. Мунминдер расстреливает его, хорошо поделил Rocket Barrage по крипам, но все равно, скорее всего, здесь Мунминдера. Только не нейтрал. И разменивается, ребята. Слушай, он еще наваливает, ты посмотри, он ведь доктора может убить. Да ладно, беги. Нормально. Это был бы очень крутой фраг, отдается тот же ФНГ, закупившись и отправляется на базу. 1-1, веселое начало, флейнеры поумирали, и прикольно. Так, ну и у нас Вайпер там продолжает стоять против инвокера в миде, пока у него все замечательно, и крипится хорошо, и динаев тоже порядочное количество, как для первой минуты, второй вернее. Так, кстати, мы действительно почему-то не слышим звук. Я не знаю, может так должно быть.
Ну, ладно. Там это вайпер такой... гонит человека. Я... Мы будем надеяться, что вы этот звук слышите, самое главное. Вот. Вообще, одна из нестандартных ситуаций, когда мидеры сражаются один на один. Нет этих вот лоу. О, я слышу, птички запили, так хорошо сразу стало. С утреца просыпаешься, и птички. Сноубол. Фобас, но соло крит, конечно, ничего не сделает. А руну мы видим отжал регена, и это хорошо. Ты за кого болеешь, а? Хорошо. В смысле, хорошо? Руну для... отжал. Я? А я на кого я ставил? Подожди, подожди. На кого ты ставил? Ты на Virtus.pro должен был ставить. О, я 2-0 на Virtus.pro ставил. А я 2-1? 2-0 еще адекватно на Virtus.pro ставил. Витя, ты ставил 2-1 на Virtus.pro, да. Не, я... Давай, можно перебиндить сейчас? Не, на 2-0? Нельзя. Но я же считаю... В смысле? Что ты считай? Ты нормально. На том месте идешь. Нормально, по хвостам пути пошел. Павлиашвили, давай. Нельзя тебе ничего перебинживать. У Virtus.pro курьер осел. Ну и манки тоже у них, и не надо, давайте будем продолжать. Да, давай не будем продолжать. Хуану, потому что действительно психика вещь такая детская, да. Она непоправимый дэмэдж мы можем нанести. И второго левела Вич Доктор у нас слил, тем временем делает стаки, вывод уже на третий стак, но, кстати, не получилось здесь у Лила. Странно, да, крипы совсем забили болт и убежали обратно на линию. Да, но в любом случае одного сагрил, чуть-чуть пофармил, левел получил. Окей, 16 на 9 у Сайлента Крипстат, 15 на 5 у Года в миде, 14 на 4 против него у Мира клан. Ну и 14 на 9 фармит спокойно себе Ноутейл на топе. Интересное начало, вы знаете. Ну, вообще, интересно, чем сейчас Лордар будет заниматься, потому что ребята из Суджи показали, гонять они его будут пытаться. Кстати, очень забавное нападение. Хороший, а Вижн есть? Мира, хороший, но... Вижна, да. Нет, конечно, откуда ему взяться. И уходит, уходит Миракл. Развел. Так вот, что будет делать Слардар? Мун сейчас получит полный бэрэш в лицо. Очень-очень неприятно. Муну, а потому что глифсануть можно? Нету. Первого... Можно? Есть. И как раз бэрэш. И это еще один фраг. Идеальная игра. Да? Хорошо сыгран. Так вот, по поводу Слардара. Опять-таки, обычно он уходит на пулы. Так Фобос и делает сейчас. Потом, возможно, даже уйдет в свой лес пулить. Потому что ему на топе объективно делать нечего. Он надеется на то, что иногда будет подбегать по тавру и получать левел. Дальше его задача популить, помочь команде, не воровать нигде экспу. Тут у вайпера проблемы, и даже телепорт не сработает. Он выживет спокойно, а вот крит отсюда не уйдет. Крит отсюда Glimps. Не уходит за процент. Glimps. Они нападают на вайпера! Glimps. Это Glimps. Вайпер! Glimps кулдауне. Это другой район. Так вот, а почему тогда вы так на него неловко нападаете? Ну, либо совсем бычите, либо вообще не бычите. Да, там, если нападать, обычно два. Втроем надо нападать на этого вайпера вообще сейчас. Там Корзив скид макс. Ой, да. И тут еще и на Миракла набрасывается. В итоге это должен быть минус. Да, еще и сентряк. Страховочный поставили, попутно еще и даже обсервер вард поломали. Понимаешь, что Лил решил вообще всю славу забрать? Киллинг спри уже у него. В прошлой игре. И там в это время еще и дом погибает. Там Миндер третий раз соло погибает вообще без ничего. Ну это какой-то полный так разрыв. Так нельзя умирать думом. Это напоминает, вы помните, Ехом у нас играли первый день. Там у нас Илэвен на думе столько же был, умирал. Был. Но там был Фурион. Да, да, там был Фурион, но он умирал и без Фуриона. Не, он умирал постоянно с Фурионом. Без. Один раз он умер без, остальные разы с. Да все равно это самый помойный герой в доте. Боже, хватит Дум, говорить про да. Фуриона. Дум, ладно. Дум дисбалансный. Помойный. Фурион лучший герой в доте. Вспомните Бульдога. Лучший Войд. Успокойся. Вспомнил Бульдога, больше... заплакал. Никогда больше вслух не говори по поводу того, что лучший герой это что-либо, кроме Войда. Не, ну Рикимару вообще-то тягается. Ну неплох, но Войд все равно лучше. Кстати, вы в курсе, что если взять всех героев в Dota 2, которые доступны в волпике, то Рикимару идет на 7 месте по винрейту. Я не удивлен. Я сам этот винрейт поднимаю постоянно. У него очень хороший винрейт. Кстати, было бы интересно узнать, у кого первые 3 места в пабе по винрейту. Паджик. В пабе и в ProDota. В пабе и в ProDota. Лео, если можешь, дай нам эту инфу. Есть Hand of Midas у Ноутейла. 6-я минута. Очень ранний Hand of Midas. Никто не мешает Ноутейлу здесь спокойно жить. Но на остальных линиях дизастер у команды OG. Я думаю, в пабе это какой-то Сларк. Один из первых. Или Рейсинг. Что да такое? Паджик по-любому. Да, посмотрим. Не, у Паджик... Винрейт, там... винрейт. Я понимаю, винрейт. То, что Паджик часто, чаще всего пикается, это да. Это интересует винрейт. В этом патче, в общем, пофиг, короче.
Я думаю, какой-то Air Spirit будет. Не, ну Air Spirit, у него идет градация, например. Его, да, часто берут с нижних там рейтингов до верхних, но вот внизу у него там полный трэш и да, угар. Стараются как раз-таки на нижних рейтингах не берут. На Хайм Мэри у него очень большой. А на Хайм Мэри у него действительно высокий винрейт идет. Так, да. На нижних рейтингах его просто не берут. Берут те, кто в нем уверен. Ну, как сказать, не берут. Берут везде. Видал я парочку. Да я проходил это тоже, не видел там. У меня есть друг. Нет, там на 3500 даже я играю против этих мусорных товарищей, которые понять не имеют, что им делать, и все равно суксит. У меня есть друг, у которого 14 подряд поражений было на брюмастере. Я спрашивал, почему? Он говорит, ну мне задание выдал на нем сыграть. А Hero Challenge этот? Hero Challenge, я вот играю. Но он говорит, такой трудный. Бывает, бывает. Пацан играет рейтинг. Бывает. А мне нравится. Был у меня такой друг. Брюмастер не особо трудный герой, это преувеличивает люди. По-моему, Брюмастер отличный герой. Не, если ульт не качать, то норм. Кстати, да ладно. И так боеспособен. Боже, что там поконтролить? Что там сложного? Стан дать кирпичом, на которого у тебя автоматически выделяется, когда ты раскладываешься. Очень сложно кнопку нажать. Ну, для некоторых, да, видимо. Ты же понимаешь, когда трое. Таб нажать когда, тоже, наверное, невероятно. Когда три героя появляются, ты теряешься просто, все. Ну да, ну да. Это, боже, это паника, люди, паника. Которые никогда не играли в Warcraft и в StarCraft просто, походу, и все. Да, так, таких большинство. 5-1 да, у нас счет, 4200 нетворса у Ноутейла. Ну и у него Мидас. И с Ноутейлом могут быть потом определенные проблемы, потому что это ПТ, дальше он должен выходить. Он вполне спокойно может пойти здесь первый артефакт Радианс. Да, вообще, если так пассивно будут играть, то может. Ну как пассивно? 5-1, ВП неплохо. Так, да, Паби. Начали Паби, неплохо. Паби, Амнинайт, Абадон, Спектра, Урса, Некрофос. Как вам? Омнинайт, боже. Омнинайт, Абадон, Спектра, Урса, Некрофос. Идеальная команда в пап, ребят, запоминайте. Просто берешь 100% винрейт. Если не один выигрывает этот пап, то другой точно выиграет. Другой точно, да. В принципе, за замечательный план. Рики на 7 месте, как я и говорил, 55% винрейт у Рики Мана. У меня точно на нем процентов 70. Удивлен по Омнинайту, очень удивлен. Слушай, а Фобос, кстати, у Крита-то проблемы здесь будут. У него, конечно, есть шарик. А надо отойти просто, чтобы он не успел в шар спрятаться, и все, правильно все сделали. Да, сноубол не сныкался, все окей. Доминейтинг лил. Аркан тапки. Пятый левел. Фобос начинает получать экспу на нижней линии. Получать деньги начинает. Тем временем Silent вместе с FNG фармят здесь 5 рипл стак энчентов. Через Voodoo Restoration уже мана закончилась у бедного FNG хилять этого гиролета. Игра Virtus.pro против RaceKing очень похожа игра ВП против Випаря. Они просто игнорируют его, зная, что есть чем законтрить. Там условно, какой бы ни вышел RaceKing, Вайпер его затыкает. Вайпер стрик дал и все. То есть, ну, на любом левеле. И ну, это в большинстве случаев будет просто контрить. Ты знаешь, когда там будет Радианс, будет проблема. Ну, Радианс проблема на первом этапе, да. То есть, если... Боже, там еще и Дум будет с Мидасом. И Инвокер будет с Мидасом. Они будут играть в 3 Мидаса. Мы это видели вчера, по-моему. Вы не помните, ребят, кто играл? Кстати, это интересно. 3 Мидаса не было, по-моему. 2 Мидаса было. Ну и третий кто-то собирал, не? Третий собирал Герокоптер, который выиграл у 2 Мидасов. А кто собирал 2 Мидаса? Ну, вчера последняя карта ЕГЭ против Вичи. А, Вичи. О, Вичи. Ну, они там, на самом деле, уже собирали в тот момент, момент обреченности, я бы его назвал. Когда ты уже понимаешь, что тебе здесь ничего не светит, давай хоть ГПМ поднимем. Давай. Ну, медасики. Стату лучше. Стату. Статистика. Так, Вайпер, так понимаю, потихонечку меку выходит, да? Два там, две веточки было, с какие-то много-много свитков всяких. Ну, знаешь, Miracle урну себе вынес, и вот сейчас очень часто мы это видим. То есть, скорее всего, если будет здесь Мидас, то он будет очень поздний, но не знаю, вот тут вот, не знаю. Ой. Шестой левел FNG, норм, есть у Лила тоже почти шестой. Четвертый там Туск. Но это не Джеракс, у Крита пока так не получается. Хотя Крит на Туске, мы тоже знаем, отыгрывал очень много, очень качественно, и было страшно иногда. Да, и Меркл что-то не особо пока активен. Вспоминаются игры с Final International, где он там ходил, убивал всю карту на этом же инвокере. Ой-ой-ой, а тут убивают его. Есть, поставили вард, вот он глипс, и расстреливать дальше. Сайленс удачный, потому что Крита поймали. Крита надо убить, Крит ничего не может сделать, это минус Крит. Зашел Папич, первую жизнь теряет, Дезвард просто отличный. Мун Миндер, да ладно. Еще инвокера почти добил. Кажется, нет, инвокера почти убил. Почти убил инвокера, почти убил. Проблема Ноутейла, у Ноутейла уже последняя жизнь, есть сейв. Фобос ждет возможности застанет. Хороший ЕМП Фобосу надо дать стан. Дал стан, но Тейлора скайтили. Это минус
2 в размен. Там еще глимсануть можно, по-моему. Там байбек делал Тускар. Да, через секунду будет глимс. Но у меня подсветить есть. Глимс. Замечательный шарты, глимс. Шарты, Миракл тоже в таверну. Просто байбек делал Тускар? Да, байбек делал. Минус 4 в итоге. Это очень плохо. Да ладно, он побежал за флайм. Флайм нету маны. Фобос, первый удар. Второй. Тут хилпы не будет, поэтому Фобос Т1. Но зато спринт откатился, да. Слушай, у него сейчас будет еще станчик. Ну, флайп тут уже не убьет. Не убьет, но что опасно. 10-2 внезапно. Похожая ситуация, на самом деле, на предыдущую игру. Да, очень похожая игру. Ситуация на прошлую игру. Там был похожий разрыв, причем блин, у OG вообще ответа никакого не было. Как божит Лил. Какие шикарные кинетик филды и шторм. Вообще, инвокер он сразу не подцепил, конечно. Нам такое себе получилось, когда а они там глюк за все время. Чен, Течис, Тренд Протектор, Висп, Мирана. Что? По-моему, нас троллит, на самом деле. Да, да, что-то какой-то развод. Ни одного из этих героев мы не видели практически, да, вот, а за это. Висп, ну Висп, ладно. Наш какой-то странный, Мирана. Что за герой вообще Мирана, кто знает? Там мы развалились снова, это тот, который стрелы дает. Я на первом интернешнле видел его. ВР-ка, что ли? Нет, тот, который дает, и она станет. Это который Луна, но Мирана. Я на первом интернешнле видел, я помню, как он выглядит, реально. Да, на нее еще можно хохлачки одеть. Что можно одеть? О, очки топовые, кстати, были, да. Так мы с тобой ржали. Звездочки из моего. А, да, в натуре. Проблемы у Флая. Пытается улететь. Полетела каска. Стан. Флай. Вижен есть. Флай. Один удар осталось сделать. Есть. Возможность засейвиться. Ждет год. Там уже пошли его встречать. Да. Хорошая торнадо. Будет ли продолжение? А, нет, ничего дальше. Боже, что надо происходит с OG? Такое ощущение, что OG просто все свои силы истратили на предыдущем матче. Сейчас вообще ничего не могут вот, показать. И мы возвращаемся к тому разговору, что круче, играть 2 best of 3 подряд, либо играть best of 3, отдыхать, смотреть, как играет соперник, и потом играть. Ну, как мы видно, отдыхать лучше, да. Потому что сейчас вообще ничего не могут OG сделать. Прям проваливаются. Рейскин без реинкарнации. Блейдмейл. Он еще и блейдмейл себе собрал. Не поможет. Да, да так вот. Мека у Вайпера. И ВП сейчас должны ездить по карте. А нечем заберстить банально у OG. Вот смотри, ситуация в чем. Если вертуса нападают, у них там кулдаун много урона. Слардар, там дизраптор все это подсайленсивает. Еще там дезвард стоит. Окей, это все Боже, стреляет, пуляет. Скоро. Очень больно. А у OG что стреляет, пуляет? Что у очень них, больно? У них проблема не в стреляет, пуляет. У них есть смысл и стратегия в том, что драки они должны контролить всех. То есть у них есть один, который выключает Думу, второй Винтервиверный, Рейскинг там бьет другого, вгрызается и Тускар кого-то держит. Урона мало? Урона мало, потому что они все провалили. Мама дорогая. Моментальный минус. А вот, кстати, от физы, мы видим, защита есть. Дум в ФНГ. ФНГ прогоняет Мунминдера, Дум потрачено, ФНГ жив. Ну, имеется в виду маг дэмэджа не так-то и много, да? Нет, там типа баланс неплохой. То есть там статик шторм и кулдаун имеет очень хороший урон. Вайпер страйк, да, ну там. Да. То есть остальное они просто физой пока компенсируют. Понятно, что скоро физы станет в разы больше, за счет того, что Слардар становится сильнее, Дезвард становится сильнее. Но пока есть чем шваркать. Что-то странное глип. Говорит, уйди, да, не мешай. 7-300 тем временем нетворса уже у Сайлента. И Сайлент приобретает себе Яшу. Вообще все великолепно. Дальше 4, боже, у Лила нетворс выше, чем у Миракла. Беда. Да. Тут по-другому вот и не скажешь. Вот это беда, и тут непонятно, что делать. Тут уже и минус мораль, тут уже и 3 фрага в прошлой игре. ВП как бы за 2 карты умерли 5 раз, и... Ну прям вот настолько плохо. OG не было еще на этом турнире, не считая этих матчей. Мне не показалось, а-ля инвокера за 15 минут бегал только на мид. Да, нигде он не был абсолютно. Вот вообще не похож на Миракл. Он не может никуда выйти, он медиал бывает даже. На себя, как был на инте. Но на мажоре, точнее. На мажоре это был совсем другой Миракл. Ну, когда ты неплохо набираешь, ты можешь куда-то пойти. А сейчас с чем уйти? У него там тоже не самые высокие старты были, но он находил возможность гангать, уходить вниз через ТП и через торнадо, там, колл-снэп. Так у ВП до Т5. Топ-5 худших винрейтов в пабе. Оракл, Висп, Лондруид, Брудмазер и Тинкер. Брудмазер? Ак! А как Висп в топ-5? Нет, топ-5 худших в пабе и топ-5 лучших про. Да. ФНГ встрял и умирает ФНГ. Да, зарубили его. Да, но тут в это время вышку забирают в Virtus.pro, так что нормально. Здесь только перестали делать Team 5, сразу же... Да, зря перестают, потому что в масс-файте у OG сейчас никаких шансов нет. Абсолютно. Они могут зафокусить, дай бог, одного героя, это если им очень повезет. На самом деле, если Вич-доктор просто бегает в толпе с Voodoo Restoration, там никого уже не убивают просто. Ну да, там очень серьезный захил. Там вот сейчас интересный врыв от Лила. Лил тут теряет свой стрик, боже, как же его срубило, там больно, это unstoppable. Много голды он дарит Рейскингу, Рейскинг погибает, но это первая его смерть. Год, самая крутая цель, конечно, для Дума это был год. Сайлент тоже умирает, боже, что делает ВП?
А вот и камбэк, ребят. Сельдь, куда делась вообще? А вот и камбэк. А Сельдь, знаешь, какая интересная событие? Сельдь пришла на ТП, и в момент приземления она наткнулась на ЕМП. Всю ману вышла, она просто пробежала мимо. Ну и вот как вам? Тут да не-не-не, просто драки не было как таковой. И да, действительно, это косяк со стороны Virtus.pro, ничего не скажешь. Почти 3000. Потому что Дезвард есть, Слардара нет. Все ну, очень да, просто. Лила дал Unstoppable, ну так действовать нельзя. Самоуверенно здесь сыграли ВП, наглые телепорты. Это расслабили немножко булки. Герокоптер сделал ТП на Т2 и полетел на хайграунд почему-то. Ну, хотел сверху, наверное, кулдаун закинуть, а пойти в спину. А он не был изначально на хайграунде слева? ТП сделал Слардар и остался без ЕМП. Ну, короче, так, какая-то странная очень драка получилась. Такие ВП немножко подрасслабили булки. Собраться надо. Ну, не по-прежнему все хорошо, по-прежнему, в принципе, плох Миракл, ну, как по статам. Ну, просто до этого момента доминация была бешеная. Тут появляется Еул уже. Да, Еулочка, это неприятно. Хороший мувспид. И может теперь ловить. И теперь могут быть уже веселые приключения. Ну, а, ребят, вы будете тут так долго его месить. Не, Герокоптер сейчас прилетит, и все нормально будет. А, Альфа-Волк еще прибежал. Альфа-Волк, это хочу. Топ-5 героев худших на про-сцене. Худший Варлок, потом Феникс, потом Тинкер, потом Виндрейнджер и Шедоу Демон. Удивительно, что Виндрейнджер да, топ-5 кстати. Худших героев за все время на про-сцене. Ну, это Феникс, мы видим второй по худшести. Ну, и Варлюшу надо апать. По-моему, Айсфрогу должен быть месседж. Надо апнуть Варлюшу. 17%, что не выпадет ничего. Игроки любят рулетку. Если вы вдруг пропустили начало сегодняшнего эфира, на нашем YouTube-канале youtube.com/dot2ruhub есть уже интервью с Айсфрогом, первое за всю историю. Айсфрог много чего интересного там рассказал. Там топовая вьюха, да. Субтитры не забудьте включить, они феноменальны. Там, понимаешь, вот субтитры, которые Ваня делает для этих видосов, это просто невероятный микс всех вот этих сериальных переводов, знаешь, гоблиновских старых добрых. Там просто вот этот вот, ну, супер микс реально. Не, ну понятно, что он занимается этим, видно. Срать господня, вот эти фразы, где ты их еще слышишь. Да, Лила хорошая позиция была, с лоу-граунда все ребята OG были в смоуке, поняли, что что-то здесь не так. После этих драк очень, ну, не сказать, что это были сильно драки, так, подловили ВП пару раз. Подравнялись по Рейс Кинг очень сильно поднялся. Да, да. То есть он был в такой жопе. Знаешь, а сейчас... здесь ситуация такая, что если Рейс Кинг бьет, он убивает. Ну, при том, что у него особо айтемов на атаку нет. У него 3200 денег, лол. У него Радианс на подходе. Он тут не будет покупать блинк. Но опять же, это все до нормально спланированной драки. Вот сейчас бы их убить. Думак нашли. Статик. Очень быстро без Дума его убили. А хотя еще не убили, он постарается что-то надо дать. Накрывать его статик штормом. Колдаун. Нет, пока не надо статик шторм. Убили. Дум не потратил. Побежал Сайлент. Ману не сожгли. Нужен а вот ФНГ ману сожгли, ты знаешь. Но Глимс будет на флайер. Миракл куда-то непонятную сторону убежал. Его должны будут, наверное, найти. Нет, потому что не просветил, не просветил Фобос, да. И в итоге погоня продолжается. Фобос еще догонит. Фобос кого-то догонит. Фобас, крита видит. Спринты пока нет, спринты пока нет. Под вардом бежит. Климс, вот он, родной. А Фобас там не слишком далеко-то ушел? А, там уже никого нет живых, кто его будет убивать там? Минус 3. Прошу заметить, что это все происходило даже не полным составом. Кстати, инвокера хочет еще. Хочет достать инвокера, эмблифаем, дотянуться, Бену тут повесил. Колд снэп. Да, не получится. И урну, да. Вот Фобас нагло играет. В прошлый раз разозлили они ему. Ману выжгли, Фобас говорит, окей. Я пошел, раз такое дело. Шикарная стата, 100% винрейт против OG на Слардаре. В полнолуние. 2 из 2. В полнолуние обязательно нужно уточнить. В полнолуние, да. В играх, которые стартуют после 7 вечера по Киеву, да? Примерно так, да. Да, ну, собственно, ВП опять организовали один мощный кулак, продвигаются дальше по центру. Вспомнили, как они до этого хорошо ну, тащили. Ну, тут в этом сейчас упадет моментально, я думаю. Да, так да, и есть да, собака да. Все еще жива. Можно даже пытаться на хайграунд, я думаю, ну, зайти. Дабл дэмэдж у Сайлент, конечно, стоит. Дабл дэмэдж. Там еще и Эгис. Нет. А Эгис, дабл дэмэдж. И... Ну, только надо, чтобы собака была жива. Ой, Фобос, ой, нагло, Фобос. Ой, вернули флая, убили. Флая. Ну, Фобос умер. Плохой и надо уходить вообще. Надо бежать. Дезвард, Дезвард, Мунминдер. И два живой. И нету вот магии, чтобы пробить его пока в колдснепе. Дезвард добивает его все-таки. Нету Дума. Разменяли на Слардара. Надо уйти. А Эгис еще есть, хочется продолжить. А зачем уходить-то на самом деле? Ну, Слардара потеряли, окей. Дум потрачен. То есть заткнуть
Не смогут. Очень много времени. Кирсы тоже нет. Кирсы нет, это самое важное, это почти. Ну, пока да, пока вроде бы топовый контроль. Ну, не знаю, хватит ли терпения сейчас Виртусам. То есть теперь отходить, на глиф развели, теперь отходить. Ну, видишь, с Маной проблемы в ФНГ. То есть Дезварда нету. Тут ноутейл почти Радианс. Он Радианс готов, почти Радианс. Почти Радианс. Это самое главное, потому что Радианса при дефе Бараком может и не быть. Надо бить Бараки, потому что нету Рейскинга, не знает, что он где-то фармит этот самый Радианс. Сладар уже появляется, на блингах перемещается, старается добить своей барак, команды. Добить барак очень нужно здесь. Миракл рядом, Миракл готов зайти по чину. Ой, как сейчас опасно, Лилу главное не поставиться, потому что Лил здесь будет решать вопросы. Сайлент, Сайлент, идет Ноутейл, стамп Сайлента, Ноутейл. Не очень хороший кинетик. Вот Радианс долетел и уже больно, хотя Вич-Доктор поедет. Сгорел, контрит. Сгорел. Нашли! Нашли Миракла! О боже, Миракл здесь встает! Поднимает себя ветра, есть ЕМП, Вайпер должен расстреливать Миракла. Инвиз. Он сбросил хорошо себя, отыграл он сбросил Миракл. Себя, а Дас был провьюзан не очень удачно, только Нотейла подцепили. Ну опять идет под сейф. Ну должны добивать, добивать, должны добивать после. Кулдаун, десвард минус. Да, еще и на ход в итоге закидывает. Ой, Дом загулял, 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 стоит Рейс. И катит Нотейла. Вот он, Вайпер Страйк. Вот он, Вайпер Страйк. Ой, Лил накрывает всех, крит. И каски полетели туда, тут, правда, уходит дальше в Крипчика, но Миракл тут все равно будут убивать. Миракл пытается убежать, еще есть. Минус Инвокер, минус Флай. Ой, это сейчас будет минус 5, посмотрите. И тоже будут. Cold Embrace лишь только отдалит смерть. Без байбека, Нотейл, без байбека, Миракл, Нотейл купил Радианс. Все фуловые, все фуловые просто. Все фуловые. Буду ресторейшн работает. Дело делает. Вич-доктор уже 0 маны, поэтому и все фловые, собственно говоря. Сторона упала. А, на низ полетел Сайлент, сразу же ничего не боится. Криту надо быть осторожным, потому что может схватить Глимпса, дальше беда. Флай, пошла Курсана, Лила, Лила, свои же избили. Ну а теперь ответочка от Фобоса за это. Ну, мстят за Лила, за своего-то. Но, наверное, это бьются, да, наверное, через надо уйти. Секунд появится уже. Шар, да ладно, что ж так далеко-то? Тут же ФНГ, который подхиливает, и это минус крит. Ну, это минус крит. Ну, еще крит, и Дум, братан. Ну нет, ну, Глимса, видишь. Да можно было просто через Вайпера попробовать его зацепить, но решили, что не стоит. Да, Рейскинг и Инвокер уже живы были, поэтому 23-7, это все равно однокалиточный, ребят. Ну, тут как бы... Нет, так никто не спорит, что тут однокалиточный. Ну давай, нет, однокалиточная была первая карта. Здесь дают бой. Здесь ну, один тут... раз ошиблись ВП, только один раз. Да, они просто сами чуток накосячили. Ну все. Вы понимаете же сами, что не бывает такого, чтобы СНГ-команда за Best of 3 сделала одну ошибку. Такого не бывает. Ну, сейчас ну, это слишком мало, согласен, да. Это не по-нашему, это... Не по-православному. Не по-православному, да, так что конвейер надо... еще устроить можно. Так что, ну, ВП вообще, на самом деле, расслабляться не надо. Все у них классно пока получилось, много денег заработано. Сейчас еще подсобирать себе артефактов, собраться вместе и давить нижнюю линию. Да, я бы дождался теперь просто следующего Рошана, забрал Аегис. Можно. И заходил на хайграунд спокойно. То есть Сайленд бы быковал. Ой, Рейскинга можно поймать. Вот же он фармит под смоками. Он же без реинкарнейшн. Да, уже блефай, каски залетают, десмарт развалили. Легчайший фраг. И он без реинкарнации, без байка. Десмарт зря потратили, конечно. Там маякует, маякует. Глимс. Ну а допрыгнет Фобос. Фобос, да, допрыгнет. Фобос допрыгнет. Фобос, прыг, скок, стан, баш. Дальше. Есть сейв. Ну и статик прям. Расстоял под гамблрейсом. Сори, Мун, тэп-аут пытается сделать. Дэмэджа, конечно, хватает. Торнадо ЕМП мимо. Вдруг вспомнил. Меня только что пробрала жутчайшая ностальгия. О чем? Убегающий Дум. Вайпер Слардар. Блин. Это же лучший матч был в истории человечества. Это же был финал первого интернешнала. А, да. Меня прям аж вот действительно аж такая ностальгия взяла. Да, я помню эту игру, да. Видел. Было дело. Я не хочу сейчас перехвалить, но вы в Virtus.pro сыграли просто великолепно. Да, так и я есть. Я бы сказал, что OG сыграли никак. Не, ну то, что OG фигня, да, мы всегда гнобим, да, нас всегда наезжают, что мы всегда гнобим, но не хвалим. Ну, ВП, для ВП это чуть ли не, я не знаю, чуть ли не ВП лучшая серия отлично, вообще да. этого состава. И это... Ну, потому что это прям, ну, вау. В отличие от игр Минески, это, по-моему, еще одно Best of 2. Единственное Best of 2, да, в которой играли Минески. Да, это первая 2-0 игра будет. Будет, если Virtus.pro выиграет. Да. Мы рановато вот начали. Да ладно, выиграли. Да все уже, этот никак не закомбэчить. По пивку, пацаны, что ли? Не-не-не, ну да, действительно. Да, это легчайшая катка. Давайте смотреть. Я понимаю, у ВП все очень круто. Фобос поехал. Привет, Крит. Крит не выпускает из баши. Боже, как больно. Там как бы 350 залетает плюха от Вайпера. Флай. Это больно как бы. Ну не за баши. Ой, там кого-то поймали. Кулдаун залетает. Это подставился Инвокер. Минус. Есть байбек, конечно. И там нужно текать еще одному персонажу. Кто там стоит? Да, там ВК стоит. Рейскинг, да, тэп-аут просто. Вика! А, тут Т2 стоит. Вика! Как любит наш чат писать. Работяги наши, которые разносят нас
И которые, наверное, сделают, если все закончится так, как мы прогнозируем, то, наверное, сделают первую за два дня ошибку в прогнозе наши работяги, которые прогнозировали победу ВП 2-1. Но все уже привыкли, то, что зачастую сводится к третьей решающей карте. Да. Ну да. Поэтому вот... А тут ВП взяли и не закинули. Еще а OG взяли и закинули. А ВП взяли? А это, а OG взяли и закинули. Молодцы. Молодцы. Работяги, сказал Вик, работяги там работают все как положено. Чмавки, чмавки всем, кто в чате, конечно, в этот поздний час или ранний, не знаю, какой, 7 часов, 5 часов утра в Москве, мы понимаем, что 6 часов утра в Москве, 5 часов утра в Киеве, в воскресенье, кого-то разбудили, чтобы идти в воскресную школу при церкви, я не знаю, есть такие вещи вообще? Ну в 6 утра, я думаю, вряд ли. Не? Так и начинается в 6 утра, если не раньше вообще. Да, там рано начинается. Воскресная школа. Фу. Что фу? Не, я знаю, у нас была какая-то... По вечерам была еще. Не, ну типа там скром. Меня водили в родители в вечернюю, да, вечером я ходил. Ну вот, я про нее, видимо, и подумал. Ой-ой, смок. Last chance смок от команды OG смок Dota 2. Последней надежды. А тут стоит вард команды Virtus.pro. И знает об этом. Сейчас будет сюрприз. ВП. А, они ждут, они сюрприз. Ждут. Сюрприз. Сюрприз, motherfuckers. Вот так вот. Silent, Silent, Silent. БКБ. Есть колдаун под себя. Fly отлетает отсюда. No tail. Срубил курьера 3000 стоимостью. Miracle. Слушай, ВП-то разделились сейчас. Все нормально. Хороший Silent. Ой, какие вопросы. Кинетик филд божественный просто. Кинетик Филд шикарный, Сайлент поймал, конечно, здесь смерть свою, скорее всего. Да, Сайлент все-таки смерть свою встретил в этой драке. У него, кстати, нет боевых. Слушай, а драка-то не очень хорошая. Да какая не очень хорошая, чтобы герокоптера потеряли. Там же Вайпер есть, кроме Геролёва. Ой, Эклипс, Миракл, Стан, Фобос. Боже, как же он исполняет на этом Слардаре, извините. Да там Лил на самом деле на дизраторе хорошо играет. Лил вообще божественен. Он просто божественен. Ювелил. Ювелил. Лил ювелил. Все правильно. Я колтавый просто. Ну, страшан. И вновь было видно, как Рейс Кинг бегает по замесу, но Вайпер его тормозит. Мне, кстати, понравился выбор тормозит. В Рейс Кинга, когда он решил... Ага, один стоит Дезвард, второй Дизраптор, который все кастанул. На, стан в Дизраптора. Получай. И Дезвард в это время... Минус Рейс Кинг такой... Выбор очевиден. Ох, ш этот Лил. Ну, собственно, осталось за Virtus.pro совсем немного. Завершить эту игру, в конце концов. Эти мучения, агонии предсмертные. Да, просто идти по топу и сносить. Встает ну, с последней стороны. Таки, главное, они... Очень все у них хорошо. Они все видят. Они видят хайграунд соперника. Главное сейчас не торопиться. И сделать все правильно. Они, вот это вот, а поехали. Да, знаешь, как тут будет все правильно? И так сойдет. Просто через А нажимаешь наверх. Да, ну, и даже у вот этого соперника тоже бывало проигрывали на «А поехали». Под Т4 залеты мы помним, да? А был ли там Слардар? Да, был там Слардар. А нет, там был Брат Рум. Я помню Сайлента на квапе, который «А поехали» под А4. Да, это было. Эти тоже любили «А поехала». Ну, тут лучше, конечно, не делать «А поехала», но мы знаем, что все может быть. Рейс Кинг ничего себе нового не приобрел. Денег нет. 900 голды. И мы понимаем, что и ничего, не, наверное, не появится в ближайшее время. Тут уже... Как же работают вот эти варды-то здесь? Там стоит Сентри, который должен был видеть. У него 3 телепорта, это хорошо. Он думает, что он 3-жды будет лететь на базу. Ой, проблема опять Муна. Подставился. Мун, Фобас, Дезвар. Флад Амплифай Дэмэдж. Еще и Баша проходит. Да, ну, Баша. Ну, это нечестно. Да, он вылез-то вообще. По-моему, это нечестно. Пошло торнадо ЕМПЛ. Год БКБ будет жмакать. Дай ему опыт, на самом деле, на эти БКБ. Во-первых, у него эгида, поэтому он не особо боится. Так ему нечего кастовать особо. Ну да, ему это ЕМПЛ как... Не, я думал, ману сэкономить. Ну да ладно, если есть эгида, действительно, можно не печалиться. Полетел пингвин, закрыл ФНГ. ФНГ ворвали с него. ФНГ надо засейвить. ФНГ пробивать нет. Слардар здесь. Тут же Глимс вернули ноутейла обратно. Мун Миндер после байбека да, погибает. Да, Вайпер просто убивает. Вайпер просто залетел, начинает ну, а сейчас мы сниму, да, вторая жизнь Вайпера, вторая жизнь Вайпера. Легис есть. Ну, и у Геролёва, кстати, дум сейчас заканчивается, поэтому, я думаю, что ребята будут заходить. Без МП остался. Да, ему хватает там МП, на самом деле. Ну, да, главное, чтобы Вайпер Страйк вас очень, да? И будет норм. Ну и черты ломают.
Глиф, ну глиф и нету есть. Дума, 40 секунд, а, нет, пошел, нету. Пошел, Саша, нет. Не там Сельд просто держит всех на коротком поводке. Меракл не может себя сейчас ничего сбросить, но тыл далеко! Но у него есть реинкарнация, он так, специально далеко, лезет. Далеко. Мидерскерс был потрачен вообще в никуда, ставится статик. Рескинг появится прямо в статике. Нет, не рядышком появился. Есть Миканз. На развороте. Фоба спрыгает. Колдаун по двоим. Проблема огромная у Крита. Проседает немножко Нолтейл. Есть нормальная торнадо. Вкатились подальше до Вайпера. Вайперу просто-напросто пофиг. Ну, какую урон наносит, да. Ну, просто-напросто пофиг. Good game. Well played. Virtus Pro топ-3 саммита под номером 4. Как минимум. Как минимум. Как минимум, да. Как минимум. Да топ-3 уже, ладно. Сильно? Топ 5-6 уже переплюнули, дальше все норм. Нет, подожди, даже если ты занимаешь первое место, ты в топ-3. То есть. Тоже верно. Бы, тут как бы не поспоришь. Да, неплохо сыграно, безоговорочная победа. Но Оджи сами на себя, похоже, не были. И на первой, и на второй карте. Чё-то им надо было. Они, наверное, согласились сыграть этот матч завтра, я уверен. Да, там вот. Не знаю, сможем ли мы увидеть, как идут ребята пожимать да, руки. Да, я думаю, сможем. А помните, но Тейл после победы спустился, он был вообще никакой. Вот это его взгляд он такой потерянный. Он устал. Он реально, да, он реально устал. Это просто. Было видно, да, ребята, ну, вы, к сожалению, этого не видите, но там пожимают они друг другу руки. Выходит год. Тоже немножечко замаханное, понятное дело. А Лил довольный, как слон только что мимо камеры прошел. У него лыба просто, я не знаю. А как... он уже после первой карты прошел довольный. Такой же, да, был. Да, да, довольный. Там тоже ходил такой. Ну его можно понять, хорошо отыграл, команда хорошо отыграла, все да довольны. И проклятие сломлено как бы. Какое? Уже второе шестого места. А, уже, да, уже не пятое, шестое, уже даже не четвертое. Да, за две карты 69-11 за две карты ВП натращили. Разгром, ребята, просто разгром. Лил умер дважды, наклепал огромное количество фрагов, ассистов. Ну, что я могу сказать? Мне нравится, когда СНГшные команды приезжают на саммит и когда они доходят до последнего дня. Потому что до последнего дня дожили три коллектива. Это Evil Geniuses, чемпионы, двухкратные саммита. Это Vici Gaming, чемпионы саммита. И это Virtus Pro. Новички. Дебютанты. Еще не саммита. Чемпионы саммита. Еще не чемпионы пока. Саммита. Единственная команда из этих трех, которая пока не была чемпионом саммита. В очень крутой компании, скажу я вам, находится команда Virtus Pro. У нас есть Америка, есть Европа, есть Китай. У нас есть завтра два матча, один Best of 3, один Best of 5. В воскресенье, 10 утра по местному времени, 8 вечера по Киеву, 9 вечера по Москве. Vici Gaming Virtus Pro, потом Best of 5 Grand Final. Потом бухаем на авто... Собираем вещи, готовимся. Да, у нас улетает, да, дома ждет жены, работа. Следующие выходные. LAN-финалы WCA 4 дня с четверга по воскресенье. В среду стартует квалификация на... А, нет, вру. В понедельник стартует квалификация на МДЛ. Дота не останавливается. Шейкера Каспер очень любит просто. Покажи своего внутреннего шейкера. Да. Вот да. Он живет внутри тебя. Он живет внутри меня. Да. Ребята, это был четвертый игровой день за Summit 4. А для вас сегодня работали мы, комментаторы Dota 2 Рухаба. Нам морально, иногда физически помогал Драмер, который где-то пошел со своей командой сейчас радоваться. Игроков Virtus Pro мы, понятное дело, сегодня не дергали. У ребят сегодня тяжелый был рабочий день. Они с нами и так на второй, на третий день довольно много времени провели. Ну, все верно. Да, ну, дергать их это было бы как-то вот неправильно. И, видимо, не зря мы их не дергали. Они подготовились. И выиграли игру. В любом случае, встретимся завтра в прямом эфире в 9 вечера по Москве. Все отменяйте. Virtus Pro, Vici Gaming. Еще одна мстя за мажор. У нас одни мсти. Не, ну, да, надо турнир не саммит, а мщение назвать. Мщение 4. Виндетта какая-то. А ЕГЭ, если будет, за что мстить будут? За что? За всю фигню. За всю, просто. За всю фигню, да. За всю боль. Просто. ЕГЭ, подожди, ЕГЭ не выигрывала в Virtus Pro, я не знаю, может вы, может нет. Ладно, ребят, в любом случае, до скорых... До скорых встреч по ту сторону сетевого кабеля.